В выходные дни в Ульяновске открылся фестиваль «Осенние гастроли». Впервые в его программу включен детский проект – музыкально-литературная композиция по повести Джеймса Крюса «Тим Тайлер или проданный смех». Ее озвучил в качестве чтеца народный артист России Сергей Шакуров. А музыкально оформил Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ильи Дербилова. Интересная история, просто сама по себе очень любопытная и очень современные. И вот я вам могу с абсолютной уверенностью сказать, уже года 3 или 4 я работаю и в Москве, в зале Чайковского, и в других городах. Он пользуется очень большой популярностью. Он такой для умных мальчиков и девочек. Осенние гастроли продлятся до конца ноября и будут включать несколько концертов. В фестивале будет 6 концертов, где будет звучать орган и необычный голос, контртенор. В этом фестивале будет танцевальная музыка. У нас специальный танцевальный абонемент. И сегодня это донские казаки. А в мир эпоха имена приезд прославленного коллектива ансамбля Моисеева, Игоря Моисеева. 23 ноября фестиваль завершит знаменитая кантата немецкого композитора 20 века Карла Орфа «Кармина Бурана». В постановке снова задействован Ульяновский симфонический оркестр. А также в ней участвуют Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла имени Эйдинова и солисты Большого театра России. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.